В старину говорили, масленица пришла, значит, весна стоит у порога. Но зима как будто вспомнила, что в феврале еще она хозяйка. Выпал первый снег, мороз сковал лужи и землю. Однако, несмотря на это, славянцы встречают масленицу с радостью и хорошим настроением. Для всего русского народа 7 масленичных дней были самым веселым и любимым временем в году. Блины – основное угощение и символ масленицы. Их пекут всю неделю, но особенно много с четверга по воскресенье. Нина Копытова всегда следует этой традиции. Сейчас у меня семья маленькая, конечно, нет. Когда была большая семья, были сваты, были дети отдельно, так все. Приходите, придут, напеку блинов, сядем все за стол, посидим, побеседуем, поговорим, покушаем блины. Печь масленичное угощение совсем несложно, говорит Нина Ивановна. Однако приготовление тонких, ровных и вкусных блинов требует определенного мастерства и знаний. Существует множество рецептов и хитростей, которые помогут приготовить блинчики. Маленькое солнышко на сковородке. Именно так называет свои блины Нина Ивановна. И, конечно же, у нее есть свои секреты по приготовлению теста для этого лакомства. Если хотите сделать сладкие блинчики, добавьте сахару. Я никогда в блинчики не ложу сахар. Вот я почему-то не знаю, я привыкла так. А на любитель, если кто любит сладкие блинчики, ну, пару ложечек сахара добавить можно в блинчики. За свою жизнь Нина Ивановна узнала множество рецептов приготовления теста для блинов. Пекла блины сдобные, пресные, дрожжевые, на кефире, блины гречневые, пшеничные и даже манные. Но все-таки ее самый любимый рецепт – тот, который передается из поколения в поколение. Как мама меня научила, так я делаю. Вот так я делаю. Ну, всегда. Вот как мама спрашивала, мама, как ты, что ты, подсматривала, как она делала. Ну, я так стала делать. Блины именно пекут, а не жарят, говорит хозяйка. Связано это с тем, что раньше блины готовили только в печи. Если следовать этим простым правилам, даже первый блин не выйдет комом, уверена Нина Ивановна. Первый раз, когда наливаете тесто, надо хорошо разогреть сковородку, чтобы очень-очень хорошо разогрелось. Если не разогреется сковородка, значит блин будет приставать. А сколько вкуснейших начинок можно приготовить для блинов? Раньше, рассказывает Нина Ивановна, были очень популярны и любимы блины с луком, мясом, рыбой, грибами, яйцами. А если уж так хочется сладких блинчиков, то для начинки можно использовать творог, ягоды, варенье, мед, сметану. Все-таки главная прелесть блинов не в их приготовлении, а в поедании. Нашу съемочную группу, конечно же, без угощений не отпустили. Есть такое поверье: кто проведет масленичную неделю скучно и плохо, тот будет неудачлив в течение всего года. А если хорошо погуляет, да вдоволь наестся блинов, того ждет достаток. Вкусными и ароматными символами солнца на этой неделе угощали и студенты славянского филиала Кубанского государственного университета. Песни, конкурсы, хороводы и игры. Масленицу они отметили, как и полагается, широко и весело. Если вы еще не успели попробовать традиционное масленичное угощение, у вас еще есть время. Угощать от души, гулять и веселиться предстоит всю неделю. Что ни день, то праздник. За это и любят масленицу. За широту и удаль, так созвучную русской душе. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».